А вот он и борщевик, зараза та еще, только-только на технологической тропке появился. Вот такая, друзья, рядом с нашим участком заброшка, вышел бороться с борщевиком. Вот я присел на корточки, это он только вот начал силу, лист. Чувствовать. Вот такой участок, я о нем отдельно сделаю вам репортаж. Половина дома будет еще показана в следующем ролике обязательно о заброшках. Ну вот как-то так, дорогие селяне, я понял, что там, где не обрабатывается земля, вырастает вот такое чудо, которое надо выкапывать и обязательно обрабатывать землю. Обязательно обрабатывать землю. Продолжение следует.